Всем привет! Вы на канале Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, сегодня мы с вами отправимся рыбачить на залив. Здесь я последний раз рыбачил, наверное, год назад. Но я бы, честно, еще бы не пошел бы на залив. Еще рановато. Мне нравится здесь в августе, в сентябре рыбачить. Значит, ушли бы в море. В море, говорят, рыбы нет. Люди вот сейчас пришли, мы посмотрели. Вот такая мелочь. Такой мелочи, я думаю, мы и в заливе наловим. Значит, по форели. Форель закончилась. Видно, всю выловили. Значит, ездил я туда, отсидел целые сутки. И всего одна форелина. Давайте посмотрим, как это было. Время 9 часов утра. За всю ночь ни одной поклевки. Пошли по реке. И вот первая поклевочка. Кто-то тук-тук постукивает. Или постукивала. Ну, здесь. Ага, вот она, родная. Ну вот, расклевалась все-таки. Вот такой неплохой экземплярчик сегодня пришел к нам утром. Поэтому принято решение рыбачить в заливе после рыбалки на форель. Значит, вот такая блесна у меня. Мурман снасть, 14 грамм. Подсадка креветки. И туда. И ждем. Есть. Первая рыба. Интересно посмотреть, что за рыба. Рыба хорошая. Даже Миша, наверное, сачочек дай мне. Нет. Ой, а трясочка-то какая хорошая. Да, для местных. Вот. Вот так мы и рыбачим на заливе. Хотели в море пойти, а решили пойти на залив. Хорошая полкилограммовая трясочка. Прям на заглот. Мою блесну. Любимую. Розовую. Класс. Грамм 800, наверное. Вот. А люди сейчас пришли с моря. Вообще пустые. Вот такой же наловили. Только ходили на сеть наволок. Класс. Пикша. Угу. Ну, пикша нас не интересует. Мелкая. Нам надо килограмм полтора. Есть. Опять такая рыбка упирается. Интересно, что за рыба. О, еще одна трясочка. Хорошая трясочка. Съедобная. Сковородочница. Сковородочница, да. Да? Сковородочница. Ну, отлично упирается. Компания в рыбалке мне сегодня составляет Сан Владимирович с сыном Михаилом. Добрый. Добрый. Ну что у нас? У меня две, а у вас? У нас только Михаил. Маленькую. Маленькую пикшу поймал. Ну ладно. Сейчас, я думаю, Михаил быстренько настроится, поймет, как рыбачить в море. Он же первый раз рыбачит на заливе. Ну, мы однажды как-то рыбачили с причала. Ну, это давно, в детстве. Ну да, он еще давно это было. Вот, поэтому, я думаю, сейчас научим. Два-то профессионала научат. Ну, должны. Погодка сегодня хорошая. Ждем выхода рыбы. Михаил Александрович зацепил, да? Упирается. О, нормально, комбалюшка. Ну, давай, в лодку подтаскивай. О, смотри, она-то, это, по-моему, камбала-ёж. Это, да, сейчас она уйдет. Не уйдет. Зацепилась еле-еле. Так. Земиш, ну-ка удочку давай. Давай, давай. Цепляй её. Крючок. Опа. Я держу удочку. Ну что? Твоя первая морская рыба. На, держи. Смотри её. Крепче держи. Будешь её брать или отпустишь?
наверное, отпущу. Ну-ка, покажи ее. Это камбала-ёрш. Камбала-ёрш. Да, это не камбала. Ну, давай ее туда. А, видишь, более продолговато. Мелковата она. Ну что, тебя можно поздравить с первой морской рыбой? Второй. А, второй. Ну и зачетной. Ну, да. Не маленькая рыбка. Как приятно на такую удочку с таким тестом что-то поймать. А что? А что, не знаю. Опа. А, вот это, вон она. Ну вот тут уже покрупнее. Это тоже камбала ёрш. Вот такая красота. Смотри, какая. Жирненькая. Угу. На хорошую мормышку зимнюю. Мишину, кстати сказать. Да, я ее тестю сейчас. Угу. С подблесточком, интересно. Слушай, смотри, какая. Угу. Да? Ну, берем. Это уже можно взять. Одну отпустили, вторую уже не стоит отпускать. Не речная рыба. Ай. Мы ее, наверное, засолим. И завялим. Да, да, завялим, и она будет весьма вкусной. Есть. Хорошее что-то? Возможно. Удочку выше. Вот, держи удочку выше, вот так. Чтобы видно было, когда подойдет, что за рыба. Еще выше удочку держи. Не спеши. Опа. Не подматывай. Сейчас, хватит. Отпускай леску еще. Еще отпускай. Отпускай вот так, бери. Да, все. Бери. Спиннинг ниже. Оп. Все, так, молодец. Это красавица. Красавица, хорошая трясочка, сковородочница. Что-то. Хорошая? Наверное. Ну, если... Подожди, если это в дугу удочка, то да. Подожди, не спеши. Более такой... Папа сейчас поможет, если что, подобрать. Выше удочку. Не спеши. Не спеши. О! Ого! Ого, подводи. Фикшина какая. Как в море. Опа! Опа! Поздравляю! Больше килограмма. Кило, наверное, где-то с небольшим там. Кило. Почему? Под полторашечку, наверное. Полторашечку, наверное. Ну. Держи рыбину. Ну как тебе? Сильная очень. Такая, а шла-то как, да? Удочку прям задумывала. Ну, давай. Есть. О, вот это загиб. Сан Владимирович поймал. Ну, сейчас мою Сан Владимирович вытащу. Вот. Рыба. Натяжечка. О, опять хорошая. Зачетная трясочка. Тоже загибает? Они одновременно взяли с твоей. Ну не сильно у вас загибает. Ну, меня да. Поболее загибало. Угу. Да, это у нас маленькая пикшечка, которая пойдет сейчас гулять во свои яси. Ну, а мою трясочку мы забираем, да, на сковородку. Есть, Михаил? Есть. Соскочила. Пикша. Ёма, отпускаем. Опять. Сделай. Отпускай. Вот. Блин, тоже кто-то подбирает. Это мелкота клюет. Это уже съедобное. Сковородочное. Молодец.
опять бычок. Колючий весь. Что-то посолиднее, хотя бы загибается удочка. Ага, о какой, зачет, хорошенький, сладенький. Есть, опять, наверное, ёрш камбала. Не. Бычок. Красивый, зачетный, но бычок. О, какой. Есть. Все, это моя крайняя рыба сегодня. Все, больше ловить не буду. Вот, смотрите, какая. Хорошая камбала ёрш. Это настоящий ёрш. Поздравляем. Спасибо. А сейчас Александр Владимирович долавливает у нас последнюю рыбу. И идем домой. Есть. Неужели? Все уже... О, загиб-то какой, да? Неплохо. Оп. Хорошая рыба. Все уже завершили. Ну и я на сей позитивной ноте заканчиваю. Вот такой камбала-ёрш. Камбала-ёрш. Да, рыбка у нас сегодня поймана. Рыбки достаточно много. Рыба хорошая. Какая, смотри. Да неплохо сегодня поймали. Ну и хорошо. Миш, ты как, доволен рыбалкой? Очень. Теперь, я думаю, Миш, ты, наверное, часто будешь с папой здесь рыбачить. Очень возможно. Рыбалка сегодня, дорогие друзья, была вот такая. Улов нормальный. Поэтому, Саня, в следующий раз предлагаю съездить, знаете, куда? На ночную рыбалку за форелью. Вот это будет интересно. Все, всем счастливо, всем пока, до новых встреч.